Здрасте. Меня зовут Илья Васильев. Я из Соединенных Штатов Америки. Человек с русской душой, вот, и с американским акцентом. И это, по-моему, не может не покорить сердца. Илья молодец, он своей задачей справился. Я не понимаю, почему вы так волновались? Первый раз увидел такую красоту и растерялся. Победителем стал Илья Васильев! Я просто рад. Я очень счастливый человек, и я знаю, что сейчас мне нужно помолиться и звонить маме, и ее тоже успокоить. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues, they are melting away, and I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep, to find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little towns, I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I could make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Фрэнк Синатра, Илья Васильев. Браво! Ох, Илюша, ну не знаю. Николай, ну как вам наш Фрэнк? Илья замахнулся, наверное, на самое святое, что есть в Америке, правильно же?
Да. Синатра, это самое святое, да, потому что там существует такая как бы поговорка, что каждый американец до своей смерти обязательно должен сходить на концерт Синатра. Это просто икона, это идол американский, настоящий причем такой. И сделал ты его, парень, просто шикарно. Спасибо тебе. Молодец. Спасибо. Николай, спасибо большое. Илья, ну хорошо, Борис. Ты в совершенно ином качестве выступил, это очень хорошо. В конкурсе очень важно набирать. С каждым туром быть все лучше, лучше и лучше. И вот мне кажется, что ты идешь на правильном пути. Спасибо вам большое. Борис, спасибо большое. А я хочу сказать зрителям огромное спасибо, что поверили в отбор, в отборочном туре. Денис. Ну, море обаяния фантастическое. Вот ты воплотил, наверное, в этом выходе вот то все хорошее, что в голливудских фильмах, вот того времени тоже, безусловно. И, конечно, это было настолько убедительно, это настолько твое. Если Стинг, он был... безусловно, трогательный, замечательный, то это настолько крепкое твое амплуа и так редко сейчас встречающееся. Я бы на твоем месте бы задумался по поводу программы и исполнения именно в таком жанре. Абсолютно. Спасибо вам он большое. Он доктором будет. Слова. Нет, но параллельно. Спасибо. Это было спасибо здорово. Вам. Браво. Спасибо, Денис. Маш, давайте вы не будете доктором. Ну, давайте. Хорошо. Ну, давайте. Но я вам хочу сказать, что я очень благодарна нашим зрителям, что они сделали такой правильный выбор на прошлой программе. Действительно, спасибо вам большое. А мы оказались так недальновидны. Вот, я очень рада, что вы у нас в полуфинале. Я буду убеждать коллег всячески поддерживать вас. Да, ну просто, это, конечно, вы на меня произвели сегодня неизгладимое впечатление. Вы, конечно, большой молодец. Спасибо вам большое. Маша, спасибо большое. Я тебя поздравляю. Ты, правда, ты такой молодец и умничка. Удачи тебе. Спасибо удачи вам всем большое. Спасибо. Спасибо.